И к другим темам. Сегодня ночью из Москвы в Анапу доставят уникальный препарат. Томифлю предназначен для лечения всех форм вирусных заболеваний и применяется только по назначению врача. Лекарство на сегодняшний день в нашем городе не востребовано, да и вряд ли будет использоваться, но оно тоже должно быть в наличии. Очень важная информация. Сегодня мы ждем товар с Москвы, и там ожидается препарат Томифлю в небольших количествах, но нам все-таки удалось его получить. Некоторые аптеки города он попадет сегодня вечером, и во всей сети он будет завтра утром. Активность населения заметно увеличилась, но для того, чтобы обеспечить потребность наших покупателей и определенную профилактику и лечение, им помощь оказать, у нас есть все средства на сегодняшний день. Если вы прошли по аптеке, вы видели, что у нас есть ингаверин, у нас есть амиксин, циклоферон, анаферон, абсолютно весь перечень препаратов. Ситуация с гриппом в Анапе под контролем. Необходимые препараты и для лечения, и для профилактики в аптеках есть. Причем все скидки для льготников сохраняются. Сейчас вы видели, что на прилавке есть практически весь спектр противовирусных препаратов. Управлением здравоохранения регулярно проводится мониторинг наличия противовирусных средств и предельных цен по их отпуску. Мы можем сказать, что нет резкого скачка цен, нет каких-то сложностей с приобретением этих препаратов.